Люди чихают из-за амброзии, власти чихают на людей. Сезон аллергиков в разгаре. Сорная трава в человеческий рост выросла в поселке Донгус около дома номер 20 по улице Воронова. Об этом рассказала Надежда Панкратова, проживающая по этому адресу. По словам Надежды Афанасьевны, между домами образовалось целое поле амброзии. Живущие в этом районе люди, что называется, сидят на средствах от аллергии. В то время как работники местного постсовета, коммунальные службы, компании техносервис, обслуживающие территорию, сидят на своих местах и не собираются ничего предпринимать. О чем открыто заявляют, сетует Надежда Афанасьевна. Начальник хозяйственного отдела администрации Оренбургского района Павел Гурьев, которого мы попросили избавить людей от аллергической травы, нам пообещал, что подключат специалистов и амброзию уберут. Мы созвонимся на неделе с жителями, чтобы уточнить, выполнено ли обещание. Поздно включают, рано выключают. Освещение на проспекте Победы появляется не в соответствии со световым днем, считает Татьяна, проживающая в этой части города. Оренбурженка говорит, что фонари включаются только около 22 часов. В это время на улице уже почти совсем темно. Так же, как и в начале 5 утра, когда свет гаснет. Солнце еще недостаточно освещает город. Система работает в автоматическом режиме, объяснили нам в городских электросетях. Свет включается по запрограммированному расписанию, который предоставляется администрации города на целый год. В мэрии удивились подобной жалобе, сказали, что посмотрят, не сбились ли настройки из-за жары, и в зависимости от этого будут принимать меры. Чернова Татьяна Михайловна, 1988 года рождения, отзовитесь и порадуйтесь. Паспорт на это имя нашла Раиса Николаевна в районе пенсионного фонда на проезде Знаменских. В конце прошлой недели мы записали контакты женщины, обнаружившей документы, и звоните в редакцию, мы скоординируем. Делайте новости вместе с нами, звоните с проблемами и радостями. Мы работаем для вас.